Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Покажи, как этого демона выключить. Самое главное, покажи, как его выключить. Включить это. Друзья мои, в этом ролике я пилотирую планер на малых высотах и категорически не рекомендую повторять это без должной подготовки. Мое личное авиахулиганство может оправдать лишь 5000 часов налета в горах, где я учу студентов пилотированию скал и привык чувствовать расстояние до рельефа и препятствий. Зачем нужны такие полеты? В первую очередь это демонстрация возможностей построенной нами машины, ну а во-вторых, это то потрясающее чувство удовольствия, когда планер становится твоим продолжением. В любом случае, даже когда приходит время немножечко пошалить, давайте делать это максимально безопасно. Эй! You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Хочу показать вам запуск турбин на планере AST-415. Вылетаем немножечко над водичкой. В общем, сейчас чуть-чуть капельку пошалим. Вот, слышно меня не будет, поэтому просто смотрите, извините за качество видео. Oh, don't wake me up before you go, 'cause I can't face this day alone. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Give me my dreams. Give me my dreams. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. We'll be right back.
above. Nothing's ever as it seems, yeah, except in that world that I dream of. Never gonna lose the ones I love. Never gonna lose the ones I love. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that world that I dream of. Oh, don't wake me up before you go. Cause I can't face this day alone. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Give me my dreams. Give me my dreams. Дорос до летчика-испытателя. Мы испытываем планер, созданный на базе АС-4-115. Он сделан полностью из углепластика. Это позволило увеличить прочность. То есть, собственно, на этом планере можно даже пилотаж крутить. И облегчить планер так, что он вместе с турбинами помещается в класс 115 кг и является самовзлетным. То бишь, на него не нужно ни лицензии, ни медицины, никакого блэка, никакого геморроя. Почему это так важно? Дело в том, что уже годика три, как в России нельзя получить летную лицензию планерную, от слова совсем. Поэтому этот планер – ответ на, так сказать, законотворчество наших бюрократов и попытка все-таки дать возможность людям летать. Ее нельзя отобрать. Недавно я читал книжку моего любимого авиаконструктора Антонова. Так вот, Олег Константинович писал, что и в советское время были всякие бюрократы, которые мешали настоящим людям строить самолеты, планера и летать. Это неистребимо, но помимо них есть люди с горящими глазами, с горячим сердцем, горячими глазами, неравнодушные. Авиацию делают неравнодушные. Именно такими неравнодушными людьми делаются планера, что-то создается новое. И нас не победить. Когда-то, когда мы начинали этот проект, хотелось показать вот так, но я думаю, что это лишнее. Вот так мы победим, мечту летать не истребить. Ура! От винта, от турбин. Поехали. Бешеная табуретка. Взлет, конечно. Я подожди, у нас второй вылет. Я же руки дрожат. Слушай, это чума, она херачит. Ты видел, как я вот? Да. Это я еще упалил газ, мне было страшно. Макс, летать будем, Макс, твоя вещь. Дай я тебя поцелую. Два дебила, это сила! Ура! 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 Летать не так страшно! Слушай, там просто, во! Да вы видите. Как на ракете! Я смотрю скорость 120, думаю, ну как же, еще больше!
Так, Оля, шка, посчитали, 120, 8 метров в секунду. На 120, вот так вот, и облака приближаются. Винки было видно. Ура, оно свершилось! Мечта, которая была весной, свершилась осенью. Ура!